Захожу я такой в CLAB и создаю новую экосистему диаметром 3 мм. Которая в дальнейшем будет называться вот так. И первые в моей экосистеме... И первые организмы в моем субстрате будут умные пловцы. Кстати, у меня есть видос, туториал по тому, как взять этих умных пловцов. И пишите свои идеи в комментах. Этот коммент я не буду озвучивать. Озвучивай.